Команда первого дивизиона провели матчи 23-го тура первенства России по футболу. КамАЗу удалось спасти игру за 7 минут до окончания основного времени матча. Че это? Где сюжет? И чё теперь? Может, вы скажете, что я попрощался и все? Да, она и Фридушка уже готова, да? Она не здесь, кстати? По-бо-бо, по-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Надоело.